Фрагменты видео исчезли и в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. И все это уже после того, как данные попали в СБУ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра внутренних дел Вадим Троян. По его словам, после этого резонансного убийства спецслужбы отказались возглавить расследование. Троян подтвердил и факты исчезновения видео из материалов дела. Ранее журналисты провели свое расследование и выявили, что СБУ изъяло видео с камер наблюдения на одном из соседних домов. А когда вернуло, некоторые данные были попросту стерты. Кроме того, коллеги убитого Павла Шеремета нашли бывшего СБУшника, который засветился на кадрах в ночь накануне убийства. Произошло все, напомню, 20 июля прошлого года в центре Киева. В машину, на которой журналист ехал на работу, подложили взрывчатку. Павел Шеремет умер в карете скорой помощи. В СБУ уже назвали эту информацию неправдивой, а комментарий замглавы МВД недостаточно квалифицированным. Служба безопасности действительно изымала 4 жестких диска, говорится в заявлении ведомства, но никаких данных там не уничтожали. Их утверждают, вернули правоохранителям без повреждений. Да и у МВД нет доказательств, что записи были стерты.